всем привет. Смотрите, татарские бани. Сняли домик тут. Недалеко от Казани. Вон город виднеется даже. Ворота такие. Здесь тачку можете поставить тоже. На машине не стали мы приезжать, сами понимаете. Туса будет конкретно. Так, девчонки там у нас пока готовят. Все нарезают. Елочка. Вот такой стол. Все, освещение есть. Я вам как риэлтор говорю, блин. Ну, мне вообще похер, короче. Вы приедете, нет, сюда. Главное, мы сегодня тут отдыхаем. Сегодня у нас у Айски день рождения. Здесь шашлык будем делать. Привезли уголечек. Так, обувь мы снимаем, ребят. Смотрите, первая комнатка у нас. Здесь будем играть культурно мы бильярд. Ну, вы поняли, культурно все это будет. Не как на том день рождения. Да. Кстати, если то день рождения хотите посмотреть, ссылочка, сами поняли, где вы тут в подсказках. Так, смотрите, дальше. Такой домик у нас. Смотрите, Айска, именинница. Тут она, говорит, пока меня не снимай. Рада у нас, это племянница Айски. Гузельку вы уже знаете все. Да, они все тут готовят у нас. Один восточный, это типа после ремонта, короче, да ведь? Вроде, смотрите, тут мы с самого начала выбирали, чтобы Айска, она выходила с бокалом шампанского и дзинь-дзинь-дзинь-дзинь, ну типа, ребята, ребята, и мы хлопаем. Пройдемся тут от прямого лица, давайте вот так вот, цветочки. Затем, смотрите, с виду какой вид. Можно камеру тут будет оставить и вот вечеринку смотреть. Так, комнатка первая. Вторая с балкончиком, это именинница у нас будет комнатка. Туалет. Обычно ничего особенного, главное, чтобы чистенько было, ребят. При съеме таких дач, коттеджей. Так, смотрите, еще одна. Короче, везде по кровати. Здесь видочек, все дела. Как такая хозяйская, знаете, спаленка. Видок, выходим. Все видим, что происходит. Тут у нас еще по бокам два дома. И вот такая красота. Мангал, я вам уже показывал. Давайте перенесемся, ребят. Смотрите, все, перенеслись. Ну, короче, вы поняли. Душевая, туалет, ничего особенного. Служебное помещение. Бассейн у нас. Бассейн вроде как чистый. Душ. Когда выходим из сауны. Сауна включается, как нам сказали, на 4 часа. С 8 до 12. 8, 10, 1, 12. Правильно. Такая вот, смотрите, саунка красивая. Вот мы выходим, когда с вами в сауне бы посидели здесь, пивка попили мы, захотели шашлычка и выходим кушать шашлычок. Вот как раз вот сюда, вот, где я буду готовить сегодня шашлык. Так, водочку взяли, ну как обычно уж, вы все знаете, ничего особенного. Тут чуть-чуть, немножечко тут взяли. Сильно долго тянуть не буду, а у нас еще вот Диля приехала, так назовем ее, сослуживец ИСУ, да? Ну вот так вот. Смотрите, суть у нас, стол, короче, приготовили, в общем, закусочки все там, шашлык, сейчас начнем. Ребят, все, начинаем. Так, ребят, у нас хочу пожрать два. Мы сами замариновали, я вам показывал шашлык, от света только чуть-чуть отойди, чтобы свет был. Так, сначала мы попробуем, что на шампурах сделать. На рынке не было, в ленте мы купили шею, ее замариновали, приправы, прованские травы. Залили минералкой, и она у нас стояла час. Вот, минералка, смотрите, какая получилась. Смотрите, мясо какое.
сочное, вкусное. Ужас. Кажется, я кончила. Да, смотрите, уголек я немножечко разжег, блядь, тряпки даже нету, но это, ребят, спартанские условия, это самое главное, чтобы правильно готовить. Ну, вкусно, я имею в виду. Да. Так, смотрите, тут чуть-чуть я открыл, чтобы воздух сюда подбивал. И у нас такое получается, видите, угольки распределяем, жар смотрим, хороший. Больно не надо, чтобы все у вас горело там. Главное, чтобы был жар. Распределяем, ребят. 5 килограммов шашлыка, 3 угля. Вообще вполне хватает. Водичку, чтобы поливать. Посадим на шашлык. Но ты же мужчина, тебе виднее. Да, давайте сначала, это когда мы нахерачимся уже, мы начнем вот тут делать, на сетке. Сейчас мы давайте на шампура начнем насаживать. Смотрите, насаживаем, ребят, с душой. Может, где-то я перемотаю, где мы будем насаживать. Ну, понимаешь, это все быстро будет. Угу. Много сильно не берем. Смотрите, ребят, самое главное, вот поближе делай, поближе. Насаживаем, ребят, смотрите. И чтобы не было, мы закручиваем. Закручиваем, насаживаем, чтобы было более. Чуть-чуть оставляйте между. Это, конечно, все знают, знаете, лица со Средней там Азии, там, кто я не знаю, но мы учим еще раз, мы учим нашу молодежь, попозже будем учить, как пить, но обычно все привыкли, конечно, делать шашлык на чем, как ты думаешь? Если честно, я вообще в этом не разбираюсь. Нихуя не понял, ну, очень интересно. Все привыкли делать на обычном мангале, но это как печка такая. Как русская печь, она должна нам помочь, ребят. Недавно в коттедже ремонтик тоже был. Вот такие большие куски тоже, не бойтесь. Так делаем и закручиваем, ребят. Закручиваем и насаживаем. Нигде об этом не говорят. Видите, школа шашлыка такая. Хочу пожрать два. Раз, насаживаем. Добавляем, поближе делаем, примерно одинаково. Жирка не боимся. Жирка, да, не боимся, если увидели. Тоже вкусно, тоже свинья, она без жира не бывает, сами понимаете. Самое главное, теперь моем руки, переносимся сюда, открываем тут. Водичка, это самое главное, ребят. Водичка, если нет воды, это уже спартанские условия. У нас полуспартанские. Так, переносимся сюда. Так, сейчас как, нормально, нет? Нормально. Если все не горят, ничего, дойдут у нас. Смотрим температуру, жар. Жар хороший у нас. Эту херню закрываем. И начинаем, ребят. Начинаем. Самое главное. Самое вкусное. Отмеряем. Хорошо. Так, если что у нас подгорает, ребят, не проблема. Сейчас потушим. Все, вот, поставили, не боимся. Все, ждем, переворачиваем мы со временем. Не надо здесь стоять, ждать, пока пейте, отдыхайте, ухайте. Ждем, возвращаемся к вам через сколько? Давайте через 5 минут, 7-5. Ребят, в дом сходил, взял живой напиток. Это живой напиток мангальщика. Обязательно он должен быть. Самое святое, пока, до водочки, пока не будет готово. Ой, хорошее. Пиво хорошее. В ленте брали, короче, ребят. Сильно не зацикливаемся. Смотрим. Мясо зацепилось. Смотрите, видите? Запах уже пошел. И ложим его на то же. Не надо переворачивать каждую секунду. Переворачиваем только два раза. И все. Ну, бывает, иногда перевернем третий. 100 раз не надо крутить. Не надо. Гости у нас подъехали, короче. Женя. Адель, привет. 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 Женя. Здрасте. Да, приятно. Спасибо. Так что, ребят, ждем остальных гостей и начнем. Как гости прибывают, мы с вами шашлычку все отправляемся. Смотрите, уже он у нас подгорел. Ну, как подгорел, уже он цвет у нас, смотрите, получил. Сочный, вкусный цвет. Девчонки ходят, попивают. Сейчас скоро начнем, пока скучно, грустно, но, ребят, вы знаете, мои блоги вы знаете, потом будет весело. Привет.
Привет, как дела? Хорошо. ПСЛУ праздник сегодня? Да. Привет. 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 ПСЛУ переоделась уже. Как зовут? Женя. Женя. Вот и сегодня. Как твое имя? Мое имя? Мое имя? Да, твое имя. Все познакомились. Короче, сегодня у нас трезвые против пьяных. Шашлычный блок. Два оставили на готовку. Доготовь сырое мясо называется. Да, все, первое. Сейчас пойдем, короче, хотели тут мы бухнуть. Но трезвые сказали, лучше безопаснее внутри. Во-во-во, мне нужен такой контент. АСЛУ включает музыку, ребята сидят. Давай, все, музыка хорошая. Мы салфетки не взяли. Ребят, именины будем, нет, ждать. Да, братан, блядь, так не говори, ну нахуй, блядь. Будем, нет, ждать именин. Шашлык сочный, ребят. Шашлык сочный. Мощный, да. Как фермерский бургер, да? Да. Ребят, фермерский бургер, ссылка в описании, да? Ходите, кушайте, получайте скидки, да? Не надо, не надо, да? Мы вырежем, мы это вырежем. У нас два там кусочка дожаривалось, помните, да? И сочный, ой. Свинину все-таки ни с чем не сравнить, ребят. Закрываем эту всю тему. Сейчас ждем, короче, угольки и насадим, посмотрим, что будет. Все, что есть, доставай на стол. Жить так жить, отдыхать на все сто. На часы больше не гляди, хорошо сидим. Хорошо сидим. Ребят, маленькая вечеринка у нас без... Без ИСУЛУ, без празднования. Мы как-то день рождения парня встречали без его же. А у кого есть идея? Короче, делайте. Самое главное, ребят. Немного друзей, немного знакомых. И с вами людьми пить, да? Это тоже верно. Теперь мы переходим к овощам гриль, к углям. К ИСУЛУ. Что тут у меня произошло? Что-то она со шлангом тут. Пока сильно не опьянел. Кальян. Кальян сделали. Что у нас за вкус это там? Кто занимается? Манго, ананас, лёд. Вот, точный. Менеджер знает она, что и как. Что идет в продажу. Пацаны поближе. Все, прыщи ну, ее не вот... показываем сегодня. Она сегодня именинница. Так что вот так. Ногти. Я заставлю ее, ладно? Рекламирую МНТ Казань, как бы заебись делать, вон, смотрите. Да. У нас прошлый день рождения на 4 серии будет. Это давай в один впихнем мы и все, ребят. Нет, Турция будет на следующий. В два.